Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на серии Один Холиплей. Первый серм, у них здесь Кирилл Путбуль. Итак, сегодня я вам покажу бизнес, какой мы выкупили, можно сказать, братвой. Братва — это я, Тимоха Домино, у него Нил Трэшер, Нил Вэлл, ник. И Влад Хламов, и Богдан Хламов. Пока что мы владеем 4 бизнесами, 2 аптеки и выкупили недавно 24/7. Какую вы сейчас позже узнаете. Сейчас по порядку пройдемся, чтобы знали, где наши бизнесы, если что. Как бы, чтобы скупали, покупали все у своих. Так, давайте доедем. И покажу вам потом 24/7 новенькую нашу, потому что про аптеки вы в основном знаете, но я все-таки еще раз покажу. Так, вот мой бизнес, это аптека, она находится возле вот этой башни Останкино в Южном. В Южном она здесь находится. GPS, можете найти ее, вот, организации, нет, бизнесы, вот. Вот, листайте сюда, аж внизу, и вот, аптека моя. Можете закупаться аптечками, кстати, мне тоже нужна аптечка, поэтому давайте зайдем. Так, давайте купим аптечку. А, не, у меня есть. Фу, слава богу. Так, давайте маску оденем. Короче, вот здесь мой бизнес находится, можете закупаться аптечками там и так далее. Поехали ко второму бизнесу. Так, следующий бизнес, тоже аптека, находится недалеко, вот, возле 8 бит. Как бы, думаю, знаете, где она находится. Эта аптека принадлежит Тимохе. Тимохе, поэтому здесь вы можете тоже закупаться аптечками и так далее. Здесь все то же самое есть у него. Вход тоже бесплатный, кстати, да. Вход здесь тоже бесплатный. Поэтому можете сюда тоже приходить, закупаться и так далее. Ну, можете либо к нему, или ко мне, без разницы, как бы. Тут, что здесь вход бесплатный, что там. Как бы, ну, у нас нет такой, знаете, типа, да, я хочу, чтобы у меня больше денег было и так далее. У нас все, знаете, ну, кому пришли люди, тому и пришли просто. Пиарим друг друга и так далее. Поэтому все у нас спокойно, все у нас мирно, все заебись. Напишите, нужно ли нам их чередовать, эти аптеки, там, в будущем. Или не нужно их чередовать, короче, эти аптеки. И так сойдет. Вот в будущем еще планируем купить 4-й бизнес для Богдана. Вот у меня есть бизнес у Тимохи и у Влада. А вот у Богдана нет. У него, кстати, был бизнес 24/7. Тот, что, блин, возле банка был, короче. Он очень был прибыльный, но он его продал. Так, следующий бизнес у нас находится в Алькатрасе. Точнее, возле Алькатраса. Да, это та 24/7, какая, у которой была гос 10 миллионов. А ее принесли сюда и сделали гос 1 миллион. Чувак ее продал. Сейчас я вам покажу это 24/7. Итак, вот это замечательное 24/7 возле Алькатраса. Я думаю, все знают, где Алькатрас находится. Вот эта тюрьма. С нее, кстати, сбежать очень трудно. Но, кстати, Богдан знает, как туда сбежать. Ну, именно сам. Я, честно говоря, не знаю. Надо будет у него спросить, как он это делает. И показать потом вам. Вот, видите, Влад Хламов. Гос у него 1 миллион. Купили его за 3,8. Так, звонил подписчик, хотел выкупить мне Lexus или Audi. Lexus я давно продал, а Audi я не продаю вообще. Короче, вот этот бизнес 24/7 возле Алькатраса. Финка здесь, Богдан говорил, вроде что-то 100-60 тысяч, такое. Не знаю, правда это или нет, но купили мы его за 3,8. Ну, точнее, как купили. Тимохе были бабки, он дал Владу, и, короче, и так далее, да. И вот, грубо говоря, подарил Владу этот бизнес, короче, это довольно-таки круто. Это очень круто, Влад Хламов. Вот, да, он, конечно, не прибыльный, но знаете, в чем прикол? Вот мы, вот мне такая идея пришла, для чего нужен здесь вообще, да? Ну, там, с Алькатраса выйти и так далее. Смотри, просто вот, вот, поставьте на паузу и подумай, для чего он здесь может быть нужен. А? Правильно, гоночки здесь устраивать, можно будет стримы делать и здесь устраивать гоночки. Это будет очень круто, ну, по-любому штачка какая-то будет ломаться там и так далее, или бухнуть можно будет. Ну, короче, будет тут тусовочку можно будет устроить. Напишите, как вам такая идея, поддержите вы ее или нет, типа, знаете, там, вот тут где-то встать всем, вот так вот припарковаться, там, гоночки устроить чисто дружеские и так далее. Напишите, хотели бы вы такое видеть, там, стримчанские, там,
либо у меня, либо у Тимохи на канале и так далее. Напишите обязательно в комментариях. Геймку на всякий случай куплю. И что-то у нас тут есть еще, так. Телефон, сим-карта, пепси, рюкзак, цветы. Ну, цветы мне не нужны. Короче, ну, вход бесплатный на всех бизнесах стоит. Что на моем, что на Тимохином, что на Влада. Осталось только купить Богдану бизнес, но постараемся в скором времени это сделать. Просто бабок нету, надо сложиться, короче, и купить что-то. Я думаю, надо будет какую-то ему столовую купить. У кого, кстати, есть приложение, там, бизнесы от, там, не знаю, до 4 миллионов что-то, если вы можете продать, неважно какой бизнес, то можете писать в комментариях, либо мне в ВК. Может, нам что-то и подойдет. Просто, ну, желательно, чтобы подешевле. Там, до 4 миллионов, реально. Может, мы где-то бабки откопаем и купим у вас этот бизнес, потому что мы хотим, чтобы у нас было 4 бизнеса, это будет очень-очень-очень круто. И, кстати, я дал ОПГ Южная девятка, короче. Сейчас вот там тоже, Богдан тоже у нас, у Тимохи завтра вана следит, и тоже к себе его возьмем. Короче, своей такой бандой, у нас не бандитская банда, просто дружеская такая банда, знаете. Мы чисто катаемся, мы особо никого не дремим там и так далее. Поэтому как-то так. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Короче, приходите в наши бизнесы, там, в мой, в Тимохин и в Богдана. Точнее, Влади, Влада, Влада, Богдана еще нету бизнеса. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.